Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Показатели ввода жилья в России сократились на 9%. Об этом, подводя итоги марта, сообщает Росстат. По подсчетам ведомства, в прошлом месяце в целом по стране возведено 4 900 000 квадратных метров. Это на 9% меньше уровня марта 2016 года. В феврале падение жилищного строительства составляло 17%, в январе более 21,5%. Также в сравнении с аналогичными периодами годом ранее. В свою очередь, в 2016 году снижение составило 6,5% относительно 2015 года. Напомню, ранее глава Минстроя России Михаил Мень прогнозировал введение в эксплуатацию в этом году 80 миллионов квадратных метров жилья. По прогнозам ведомства, к 2020 году показатель достигнет уровня 100 миллионов квадратов в год. Дайджест недвижимости. Руководство Кирова договорилось о строительстве двух новых детских садов в рассрочку. Об этом накануне сообщила замглавы городской администрации Светлана Шумайлова. По ее словам, сейчас прорабатывается несколько вариантов привлечения строительных организаций для возведения дошкольных учреждений. Один из них – строительство детских садов на внебюджетные средства за счет застройщика с последующей рассрочкой платежа из городского бюджета. Как уточнила Светлана Шумайлова, переговоры велись с руководителями всех крупных строительных компаний Кирова. В прошлом году никто из строителей на такие условия не шел. В 2017-м две строительные фирмы готовы поучаствовать в проекте, и по такой схеме будет возведено два детских сада. В свою очередь, начальник департамента образования горадминистрации Александр Петрицкий напомнил, что в ближайшие 8 лет в Кирове должно быть построено 13 новых школ и 15 пристроев к уже действующим школам. Новые образовательные учреждения появятся в микрорайонах Зиновы, Урванцево, Долгушино, Чистых прудах, Ганинов, Слободе, Курочкины, микрорайонах Озерки и Северные ворота. Дайджест недвижимости. Здание пожарной части на Октябрьском проспекте признали аварийным и подлежащим расселению. Как говорится в постановлении, опубликованном на сайте мэрии, гражданам, проживающим в квартирах дома на Октябрьском проспекте 122, должны быть предоставлены иные помещения из маневренного фонда. Отселение должно быть произведено в срок до 30 июня этого года. Также собственники помещения должны провести общее собрание для решения вопроса о реконструкции дома, уточняется в документе. Напомню, в августе прошлого года в жилых помещениях здания на Октябрьском 122 произошел пожар. Как сообщали СМИ, администрация города решила, что здание необходимо восстановить. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.